С детьми на субботник. Активисты северной стороны Севастополя привели в порядок и очистили от мусора парк 35-летия Победы в Великой Отечественной войне. С пакетами и перчатками на уборку пришли активисты местного отделения «Единой России», представители хуторского казачьего общества «Нахимовская терская сотня Севастополя» и сотрудники Микентьевского участкового лесничества. Конкретно на северной стороне осталось несколько таких зеленых зон. Мы их пытаемся всячески сохранить. Недавно мы парк 35-летия Победы сохранили, убрали стихийную стоянку именно здесь, в парке, организовали парковку, и мы прекратили это действие, преградили столбиками данную стоянку. Активисты также часто высаживают новые деревья в этом парке. Так, недавно зеленый фонд пополнился рядом краснокнижных сосен.